Приветствую всех на канале Дегустатор Толстов. Сегодня хочу поделиться с вами очень интересным рецептом соуса из крыжовника. Для нашего вкусного соуса нам понадобится литр крыжовника, острый перчик, кинза, базилик, чеснок, верхушки цветущего укропа, сахар. Перемешиваем на мясорубке, можно на блендере, на измельчителе, крыжовник. Сюда же во время того, как перекручиваем крыжовник, добавляем чесночок. Добавляем и крутим. И продолжаем также. Литр нашего крыжовника. Дорезаем зелень. Немножко базилика и кинзы взяли. И мелко ее. Зелень, сахар добавляем. Примерно 3 столовых ложки. В зависимости от кислоты нашего крыжовника. И нарезаем мелко цветы. Вот. Дорезаем укроп, цветущие головки. Это к мясу невообразимо вкусное блюдо будет. Рекомендую настоятельно попробовать всем. Остро, кислое. Постоит, когда в холодильнике, там пектин образовывается. Это вообще полезное очень вещество. Досаливаем чайную ложку соли, тщательно размешиваем. И наш соус уже обязательно надо продегустировать. О! Бомба! Кисло-сладко, острый. Я люблю острое, мы перчик положили. Два перчика, один красный, один зеленый. Сейчас поставим в холодильник. Мне кажется, еще надо добавить сахара, потому что у нас слишком кислый был крыжовник. Добавим сахара и поставим в холодильник на несколько часов. И наш соус готов. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на Дегустатора Толстого. Скоро еще один соус классный покажу вам. Всем пока.